Всем привет! Сегодня я буду рассказывать номинанта конкурса, кто выиграл вот этот вот чудесный Бейблейд. Стоит он немало, 190 рублей, ну ладно. Вот все мои Бейблейды. Первый появился вот этот вот Хорусет. Потом, где он? Вот, Эфриторчик. Есть Евапирчик такой, тоже прикольный. Потом появился Кирбеус. Вот такой вот классненький зеленый. Потом, где он? Вот, Думсайзер. Потом появился вот этот вот Спрайзен. Такой прикольненький. С таким наконечником. Потом Хорсет. Тоже прикольный. Ну, конечно, тут две детали от Волтрека. И Голден Сприган появился. Но, конечно, я поменял наконечник и диск к этому Спрайзену, потому что, ну, ему больше идет. Потом появился Dead Hades. А потом появился мой любимчик Сприган. Ну, теперь будем переходить к номинанту моего конкурса. И это у нас будет, наверное, кто-то такой прикольный. Заходим. Так. Вот. Сейчас зайдем и посмотрим. Вот. Я хочу. Это подписчик сделал, видимо, его канала. Серьезно? Ну, прикольно. Ладно. Шукурина. Ты крутяк, я верю в тебя в том же духе. Ты классный, чтобы у тебя было все хорошо. Нормально. Теперь Евгений Половников. Класс, круто, очень круто, супер, супер круто. И я, и ты через будем вместе стрим. Очень, при очень круто. Я твой лучший подписчик. Это серьезно, правда? Так что выигрывает Женя. Ну, вот, выигрывает Евгений Половников, Бейблейд. Теперь осталось написать ему то, что он выиграл. Так что заходи, Евгений Половников, на мой канал, посмотри на это видео, и скинь будет ссылку на свой, ну, на свой, куда-нибудь, на ссылку какую-нибудь, чтобы я тебе смог отправить почту. Ну, чтобы ты мне отправил почту, и я по этой почте отправлю тебе Бейблейд. Так что, Женя, не забудь. Ну, Евгений Половников, но Евгений, это Женя, по сути, выиграл Бейблейд. Так что, не расстраивайтесь, то, что вы не выиграли. Но это хорошо. Так что выиграл у нас вот этот вот Бейблейд Евгений Половников. Так что всем пока, ребята. Увидимся в следующем серии. Так что всем пока-пока.